упадок традиций. Разложение морали. Вечная боль. Отправляешься в путь или с нами останешься? Безопаснее, когда ты поблизости. Мандибулы. Ну и грозный упадок. Жила-была лягушка, ква-ква-ква-ква-квакушка. Мне с утра тошно. В таких замечательных природных условиях. А вареников я бы съела. Кружку мне в руки оставьте, вина кувшин в другой. Если вы меня прославьте, убер пьяный, но герой. Без труда не вытащишь и рыбки из пруда. Кружку мне в руки оставьте, вина. Любим пролетарий. Геральт! Я знаю, где Людвиг. Где? В подземельях Храмового острова. Дурная шутка. Я не шучу. Но не волнуйся, Дрис придумала, как его вытащить. Нам нужно только найти Дуду. Значит, тебе надо найти Дуду, чтобы найти Лютика, чтобы найти Цири? Похоже, тебе предстоит страшно много поисков. Желаю удачи. У меня нет выбора. Я должен встретиться с ублюдком-младшим. Может, он что-нибудь знает. До свидания. Простыл я. Опять голова болит. Не знаю. Кружку мне в руки оставьте, вина кувшин. Ты меня подпоить хочешь? Ау! Если бы я хотел тебя подпоить, мы бы не пили кот да в лесу. Говорят, скоро устроим. Я слишком дорогой. Да, городские власти делают все.
не верится, что Ненки чарами промышляла. Такая милая старушка. Черный кот у нее был? Был. Травы сушила? Сушила. А еще охотники у нее родимое пятно нашли в форме месяца. А ты слышала, чтобы она хоть кого-нибудь обидела? Она под пытками во всем призналась. Это из-за нее у Вильяма жеребая кобыла сдохла. Из-за ее наущений Густав жене изменял. Ты бы видела, как ее сжигали. Только конь ей ноги лизнул. Какие она проклятия стала выкрикивать. Вот и вышла наружу вся ее натура. А тебе чего? Где ублюдок младший? Видал? Но ты суров. Надо уведомить младшего, что кто-то про него разнюхивает. Я хочу повидаться с ублюдком младшим. Но честное слово, прийти к парадным дверям по нахалке. Ну как так можно? Только мы-то не глупые, правда? Мы? Нет, вали, выродка! Ты уже покойник! Собачий потрох! Ну давай! Thank you.
Сукин сын, если он хоть пальцем тронул Цири, я ему не прощу. Ее прибили к стене. Это еще что за вафел? Ах, нихера себе! Ко мне, мать вашу! Никто не придет. Что? Чего надо? Здравствуй, младший. Я пришел поговорить. Я все сделаю. Только скажи. Для начала несколько вопросов. Я все скажу. Я ищу одну девушку и трубадура. Я знаю, что ты с ними встречался. Девушку? Какую еще девушку? У нее серые волосы и меч на спине, как у меня. Да, да, была такая. Помню. Теперь сосредоточься и говори правду. Знаешь, почему мне не стоит врать? Я не буду врать. Я проделал очень долгий путь, чтобы тебя найти. Я очень злой и усталый. Мне пришлось разговаривать с людьми, с которыми я обычно стараюсь не разговаривать. Некоторые из этих людей пытались меня обмануть. Мне это не нравилось. Чувствую еще одна ложь, и чаша моей горечи будет переполнена. И тогда я сделаю что-то, о чем потом буду жалеть. Понял, почему тебе нельзя врать? Да. Вот и ладно. Меня интересует, каким образом сероволосая девушка попала к тебе и что с ней случилось?
Что? Что с ней случилось? Она на меня напала! Еще раз соврешь, и я тебе отрежу яйца. Уговор был такой. Я им чиню магический филал... Ну, что-то такое там. А девка и живчик приносят мне казну Сигеровина. Не принесли, поэтому я немного вспылил. Ну, признаю. И что ты сделал? Ну, я поймал этого, их прихлебал у Дуду. И ждал, пока они за ним придут. Ну, смотри. Это вот они хотели починить. Филактерий? И что ты собирался с ним делать? Я? Ничего. Но я здесь разных людей знаю. Крутишь, младший. Я жду деталей. Я тебе все расскажу. Все по порядку. У меня плохие предчувствия. Успокойся, Лютик. Мы не оставим Дуду в лапах ублюдка-младшего, ты сам знаешь. Я понимаю, но мои предчувствия глухи к доводам Рацио, и сантиментами их не заглушить. Возьми себя в руки, Лютик. Надо сосредоточиться. Я ведь только так болтаю. Тогда заткнись. Ты узнал, где держит Дуду? В комнате на последнем этаже. В той, что с балкона. Я пройду по крыше. Ты жди меня перед домом ублюдка. Я знаю, что для тебя это трудно, но постарайся не попадаться на глаза. Если тебя обидят, ублюдок за это заплатит. Надо залезть на крышу. В комнате на последнем этаже, в той, что с балконом. Балкон. Посмотрим, что внутри. А теперь, друг мой Дода, я сменю орудие. Это мне прискучило. Ты долбанный псих, ублюдок. Тебе никто не говорил? Нет. Все говорят, что я милашка, когда узнают меня получше. Значит, ты любишь общаться, знакомиться с новыми людьми. Хе-хе. Хочешь меня кому-то представить? Вот и ты. Ты молодец, что заглянул. Я тебя ждал. Задавлю, сука! Я тебя выпотрошу, плюшка! Нет! Где казна Ровина? Выпотрошу, шлюшка! Нет!
Где Косноровина? Око за око. Они идут. Дуду, вот что мы сейчас сделаем. Мочите девку! Все так и было. Я говорю правду. Что с Дуду? Не знаю, твою мать! Пропал! Как в воду канул. Что стало с девушкой? А хер ее знает. Кто-то из ребят ранил ее в спину. Но она жива, клянусь тебе! Скажи что-нибудь еще. Я сказал все, что знаю. Все. Ты обидел девушку, которую я ищу, и пытал ее друга. Она напала на меня. Я защищался. Умоляю тебя, я уже получил свое. Пощади. Прошу. Я не палач. Спасибо тебе. Я отблагодарю. Это мой город, и... Заткнись. Знаешь что, я вот думаю, что скажут твои друзья из Большой Четверки, когда узнают, что ты работаешь на Родовида? Эй, погоди. Ты о чем? Подожди!
Если ты закончил свои дела, время отблагодарить его величество. Родовид ждать не любит, а? Не любит. Пойдешь с нами. Корабль его королевского величества Аксенфур Тритагор. Жемчужина Риданского флота. Сейчас, правда, выведен из эскадры. Красивый корабль. Оставишь здесь оружие, потом поднимешься на палубу. За мной. Здравствуй, да здравствуй. Этот корабль был построен на пожертвование дворянок. Женщины самых знатных родов отдали на него свои украшения. Во внезапном патриотическом порыве? Бездомный бродяга не поймет, что такое любовь к отчизне. Вот и ты. Чего ты хочешь от меня, король? Ты никогда не любил лишних слов. Я хочу, чтобы ты нашел мне Филиппу Эйльхард. В свое время я приказал выколоть ей глаза. Но слепота ей, кажется, не мешает. Мои охотники обнаружили, что госпожа Эйльхард прибывает в убежище к востоку от Аксенфурта. Вход в укрытие она защитила чарами. Значит, внутрь пройти непросто. Но ты сможешь, я знаю. Приведи мне ее. Живой. Филиппа Эйльхард? Чего ей здесь нужно? Подозреваю, что она пытается связаться с давними подругами и восстановить ложь. Быть может, хочет мне отомстить. Госпожа Эйльхард очень упорна. Я вспоминаю уроки, которые она мне давала, когда я был ребенком. Я помню ее науку. Помню наказания, которые она мне назначала. В своей жестокости она всегда была последовательна и терпелива. Я выколол ей глаза. Но она все еще очень опасна, поэтому будь осторожен. Я подумаю над твоим предложением. Не затягивай. Мы бы не хотели, чтобы Филиппа сбежала. Снова. Можешь идти.
Синфур. Вот твое оружие. Спасибо. В жизни не видел лучшей стали. Безотказный клинок, а? Дело в руке, а не в стали. Не надо ли тебе чего, мастер? Садники и зрители! Это огонь! Да достопочтенное семейство! Только они сначала заберут маску йода, поэтому не болит. Прямо обычно с мылом! Можем потом попробовать сами дома. Здорово! Клиент сразу поймет, что на этой стороне фонда... Ты из цирка приехал? Товару не Садники и зрители! Достопочтенные! Нет. А есть на что глаз положить? Еще как! Старые девушки приехали из краев, которые захватил Нильфгард. Тогда придется какой-нибудь из них показать Новиград. Замечательная мысль. Эх, и жить не хочется. Весь день занят. Снова ты здесь крутишься, ревийский бродяга. Я знаю, как спасти Лютика. Но сперва надо найти Дуду. Сначала скажи, что ты придумал. Наш Доплер воплотится в Менге и отдаст приказ перевести Лютика в Оксенфурт. Тогда у нас появится шанс его отбить. Гениально! Но как ты собираешься искать Дуду? Ты с ним дружила. Знаешь, где он может скрываться? Доплеры скрываются не где-то, а в виде кого-то. Обычно, когда у него были трудности, он пропадал, а на следующий день появлялся в другом обличии. Но в тот раз он не вернулся. Ты давно знаешь Дуду? Это странно прозвучит, но
Я не уверена. Похоже, он крутился вокруг меня долгое время, под разными обличиями. Пытался привлечь мое внимание. Не удивлен? Спасибо. Я ничего не понимала до тех пор, пока он не решил поставить на карту все и не прикинулся Лютиком. А как ты поняла, что это не Лютик? Дуду не умеет петь? Нет. Он просто не говорил все время о себе. Нужно как-то убедить Дуду выйти из укрытия. Может, удастся оставить для него весточку у друзей или у людей, которым он доверяет? Сомневаюсь, что Дуду дружил с кем-то, кроме Лютика и труппы Ирен Ренар. Он целыми днями торчал на сцене или в зрительном зале. То есть он любит бывать в театре? Да. Собственно, я удивлена, что он не пришел к нам. Он вполне мог рассчитывать на помощь Лиз. Если актеры готовы помочь? Конечно. Достаточно упомянуть Дуду. Ирен и ее труппа очень ему обязаны. Как Дуду сдружился с актерами? Это я их познакомила. У нас была премьера, а Максим лежал в гардеробе пьяный, как пингвин. Так что я сразу подумала о Дуду. Трудно представить себе лучшего дублера, чем Доплер. И Дуду так просто признался, кто он? Сначала я не хотела никому говорить. Но Дуду и Ирен сразу пришлись друг другу по душе, и ему так понравилось в театре, что он начал с вами выступать. Да. А теперь Ирен мучает совесть, что мы позволили ему рисковать. Можно попробовать воспользоваться представлением. Если вплести в сюжет пьесы сообщение для Дуду, возможно, мы выманим его из укрытия. Замысел неплох. Только парой стров тут не обойдешься. Кроме того, ты и правда думаешь, что Дуду сейчас убивает время, посещая представления, которые знает наизусть? Так что ты предлагаешь? Мы должны написать целую пьесу. Что-то новое, громкое. То, что сразу привлечет внимание Дуду. Важнее всего – хорошее название. Об этом должен весь город говорить. Если хочешь, можем приняться за работу прямо сейчас. Не знаю, гожусь ли я в драматургии. Может, займешься этим сама? Будет быстрее, если ты мне поможешь. Вот увидишь, это очень забавно. Можно приступать к пьесе. Есть мысли насчет сюжета? Ну, собственно... Самое важное – передать Дуду, что ты защитишь его от ублюдка. И что мы хотим спасти Лютика. Послание должно быть ясным, но его надо вплести в повествование. А значит, нам понадобится соответствующая сценическая структура. Понимаешь? Более-менее. Этого достаточно. Теперь найдем соответствующую форму выражения. Нужна современная увлекательная история. Может, о повестских кондотьерах? О, знаю. Лоренцо Моула. Прекрасный, но безжалостный разбойник. И Доплер, который обвел его вокруг пальца. Теперь Доплер должен скрываться и может рассчитывать только на помощь друга, ведьмака, который, в свою очередь, готов на все, чтобы спасти свою дочь. Нет, возлюбленную. Как тебе? Хороший замысел. Ты думаешь? Лоренцо Молла, да. Хотя нет. Подожди. Есть, я знаю. Мы поставим историю о еже из Эренвальда. Тайное венчание, проклятие, жестокая королева, часы бьют полночь. Но... И все видят его лицо. Чудовище хочет похитить княжну Паветту. Его велят казнить, но тут появляется ведьмак. И все кончается хорошо. Так, решено, да? Ты хотел что-то сказать? Ты мне дашь вставить слово? Или ты сама уже все решила? О чем ты? В этом и заключается творческая работа. Мы обмениваемся мнениями, из которых потом выбираем лучшее. То есть твое? Ну, в конце концов, я лучше разбираюсь в театре. Ну, ты, конечно, тоже принимаешь участие в творческом процессе. Лютик тебе потом объяснит. Мы должны придумать хорошее название. Это даже важнее, чем сама история. У меня уже есть несколько мыслей. Может, ты выберешь что-нибудь? И ты правда учтешь мое мнение? Конечно. Мы же соавторы. Я просто руковожу. Пока у меня две мысли. Избавление Доплера и заменник спасенный или триумф ведьмака. Что тебе больше нравится?
пусть будет избавление Доплера. Так короче, а значит, проще запомнить. Есть только одна проблема. В истории о Поветте и заколдованном ёже нет Доплеров. Не страшно. Заменим ёжа на Доплера, и все получится. Главное — передать мысль. Ведьмак приезжает и спасает Доплера, ясно? А, хорошо. Это будет комедия? Я, собственно, думала о драме. Но если ты хочешь что-нибудь полегче, решай, я начну писать. Пусть будет комедия. Хорошо, в таком случае я берусь за работу. А ты сядь где-нибудь в углу, почитай или там подумай, ладно? Хорошо. Эй, Геральт, какая рифма к слову «ведьмака»? Ха. Окорока? Молчи дальше. Все. Будь у нас больше времени, я бы сделала из этого маленький шедевр. Но... Но времени у нас нет. Главное передать сообщение для Дуду. Сообщение? Я думал, ты вставишь в текст что-нибудь вроде «Приходи в зимородок» или... Но это совершенно не подходит к характеру моей пьесы. Ты же написала ее специально для того, чтобы выйти на связь с Дуду. Ну хорошо, вот как ты себе это представляешь? Понятия не имею. Мы узнаем его по шраму. Или будем импровизировать. Сперва отнеси текст мадам Ирен. Знаешь, где ее искать? Ее труппа выступает в переулке Мясников. Потом присоединяйся к нам. Былай. Хочешь записаться в страну? Ты меня подпоить хочешь? Да пусть уж приходят, раз так надо. Черные, хоть родовит. Может, хоть бандитами украли. Я ж пожалуй больше сюда приходить. Только не обманывайся. А почему? Хоть и война, а выпивка у них по-прежнему знатна. Ежели тебе сегодня... Мне... Здесь выступает труппа мадам Ирен. Ну да. Только для входа нужен билет. Представление-то пока не началось. Актеры просто так что-то там повторяют. Но и на это дело тоже поглядеть любопытно. Так что, дать билетик? Ты же сам сказал, представления нет. Ну билетик-то ты купить можешь? Так как? Один? Да, один. Держи. Только не мозоль им глаза. На этих репетициях актеры жутко стесняются. Манди, как говорится, мы грозны у тебя, но твоя ведьма словчая. Все сходится? Сама не знаю. Просто надо больше огня. Мадам Ирен, мы можем поговорить? Геральт из Ривии. Лютик столько нам о тебе рассказывал. Он с тобой? Нет, но надеюсь, что он тут скоро появится. Я по поводу Дуду. Пойдем поговорим в мою квартиру в задней части театра. Там никто не будет нам мешать. Чем я могу тебе помочь? Дуду и Лютик давно у нас не показывались. У Лютика неприятности. Об этом я догадывалась. Вопрос, насколько серьезные... Увел чью-то жену и теперь должен скрываться? Сочинил обидные куплеты про жрецов вечного огня? Хуже. Я попробую вытащить его из этой истории, но сперва мне нужно связаться с Дуду. Но ведь он тоже пропал. У меня есть идея, как его сюда заманить, но для этого мне понадобится ваша помощь. Я могу на вас рассчитывать? Конечно. Но что мы можем сделать? Я хотел бы поставить театральную пьесу. Такую, чтобы народ к вам в театр валом валил. А, ты хочешь, чтобы Дуду прослышал о представлении? То есть нужна совершенно новая пьеса. И кто ее напишет?
Присцилла. Пьеса уже готова. Это история о ведьмаке, который спасает Доплера. Звучит недурно. Я с удовольствием посмотрю текст, но сперва надо подумать о том, как собрать зрителей и о какой-нибудь охране. Ты займешься этим? Спектакль о Доплерах может не всем понравиться. Но чтобы сразу вот так нанимать охрану... Я не знаю, часто ли ты бываешь на представлениях, но в Новиграде публика считается особенно сложной. Гнилые яблоки, помидоры, яйца. Скорее топоры, тесаки и кирпичи. Ну хорошо, вы знаете кого-нибудь подходящего? Может поискать в доках? Там всегда найдется пара таких, что за несколько крон возьмутся за любую работу. Как бы нам собрать зрителей? Если мы хотим, чтобы о пьесе услышал весь город, нужно поговорить с кайрами. А что за кайры? Это группа уличных артистов. Если они возьмутся за дело, о нашем представлении узнают даже мидии в порту. Где мне их искать? Когда-то они снимали квартиру в Обрезках, в каменном доме рядом с парком. Но не знаю, там ли они еще. В последнее время их что-то редко видно. Может, они отошли от дел? Я все узнаю. Спасибо за помощь. Я вернусь, когда найму охрану. До свидания. От шторма еще уйти можно. От пиратов со скрепки. Ты все еще здесь? Что доживу до того дня, когда наши советники пустят их в город. Если городской совет ходит на поводу у Родовида, так что же вы думали? Говорю вам, через месяц тут не будет ни одного мага. Я вот сам не маг, и в гробу видал, что там с ними будет. Только я живу недалеко от поста храмовой стражи, и по ночам не могу спать. А что такое? На допросах задержанные так глотку дерут, что только глухой заснет. Хорошая схватка. Неплохая работа ног. Ты со мной пришел силы меньца или с гам? Ведьмак против бестии из Метины. Инстинкт убийцы против первобытного безумия. А вы действительно нильфгаардцы? Мы, сука, с Метины, не с Нильфгаард. Скормлены дикими псами на равнинах Магдеира. Кровные братья с грязных арен Метины. Кто отважится выйти против дикарей с юга? Кто посмотрит в глаза бестия?
Я хочу нанять вас в охрану. Мы ставим театральное представление. Мы должны херачиться на сцене? Вы должны следить, чтобы никто не нахерачился у сцены. Это ты не по адресу. Нам бы где подраться? Может, побьемся об заклад? Если я одолею Гала, вы пойдете работать на меня. За даром. Видишь ли, Гал не в восторге от театра. Сердечные дела. Опустим детали. Чтобы его убедить, надо что-то розеткое. Будешь драться с нами двумя одновременно. Поединок столетия. Ведьмак против двухглавого дракона из Метины. А если проиграю? Так, конечно, проиграешь. Тогда заплатишь вдвойне, но мы будем на тебя работать. У меня нет настроения драться. Лучше я вам заплачу. И вот все, сука, так у них, у нордлингов. Гам! Заканчивай там! Пойдем приобщимся к высокой культуре. По-нормальному. Я бы в жизни не согласился. Только больно любопытно. Зачем мутант нанимать ребят из Метины на представление в Новиграде? Давай деньги. Гал, завязывай нахер с этими игрушками. Пошли! Будем на месте еще до представления. Красивая мелодия, только ужасно грустная. Значит, она передает мое настроение. Чего ты здесь ищешь? Я ищу Каэр. Это вы? Нечем нам платить. Оставь нас в покое. Это какая-то ошибка. Простите, я думала, домовладелец нанял нового бандюгу, чтобы содрать с нас денег. Нового бандюгу? Большое спасибо. Прости, ты грозно выглядишь, а у нас в последнее время одни неприятности. Ниса в последнее время вся на нервах. Да у нас у всех. Эх. Не нужно мне от вас никаких денег. Наоборот, я сам готов заплатить. Если вы согласитесь зазывать народ на новую пьесу «Мадам Ирен». Ох, боюсь, это невозможно. С тех пор, как мы стали петь балладу о жреце Хемельфарте, у которого на уме только шлюхи и жратва, к нам прицепилась банда Толстого. Это кто такие? Обычные разбойники на службе церкви. Теперь полно таких. Они угрожали Нисе. Говорили, что отрежут ее острые уши. Не дают нам выступать. Прогоняют зевак, ломают инструменты. А последнее время постоянно караулят у нашего дома. Мы уже не знаем, что делать. Они только угрожали? Пока да. Но это вопрос времени. Ниса слышала, как они говорили о поджоге. Ну хорошо, а вы поможете мне с пьесой, если я отвожу от вас Толстого и его дружков? Конечно, но это будет нелегко.
С ними не сговоришься. Я и не собирался с ними разговаривать. Позор! Бандиты с оружием посреди улицы ходят. Я ничего не говорил. Мало того, что еретик, так еще и лжец. Что мы с ним сделаем? Отобьем ему почку. Позор! Бандиты с оружием посреди улицы ходят. А, вот и вы. Эй, толстый, глянь-ка. Сдаются мне у него кошачьи глаза. Ну точно. Видать, мать его, коты на крыше драли. Ты чего потерял в городе вечного огня, паршивец? Оставьте музыкантов в покое. Это те гниды, что оскорбили иерарха Хемельфарта. Бабником его обозвали. Да я скорее в священный огонь носу. Пусть только спустятся поэты недотраханные. Я им эти флейты в жопу засуну, богохульникам. А уж тогда что не пернут, сразу новая мелодия. Оставьте музыкантов в покое. Да, оставил. В покое. Что за хрень? Черная магия. Колдун ебучий. По кругу его гоните. Сука! Дал ты им прикурить! Здорово! Раз, два! Через спину и по башке! Наконец-то я смогу выйти из дома без капюшона. Спасибо. Большое, большое спасибо. Да что ты. Не за что. Ну как же. Я хорошо помню, что мы обещали за помощь. Будем расхваливать пьесу Ирен, пока не охрипнем. Сколько вы за это хотите? Ничего. Ты помог нам, а теперь мы поможем тебе. Вот увидишь, мы полгорода в театр загоним. Так, быстро собираемся и на улицу. До встречи. Короче, ежели тебе сегодня кто жопу лижет, завтра за нее же укусит. Успокойся, дебил! Серый! Хочется! Как к себе домой приходит? Грязи-то сколько нанесли. Может, она в конце концов к нему переедет. Самое время. Геральт! Я вижу, ты в отличном настроении. Ну и что? Ничего. Такое оживление тебе к лицу. У тебя уже все есть? Можем идти? Ты разузнала что-нибудь про этого Альберта? Среди чародеев о нем почти никто не слышал. Скорее всего, он просто любитель. Тогда почему стражи и охотники им так интересуются? Потому что он легкая добыча, разумеется. И именно поэтому мы должны ему помочь. Возвращайся, когда все раздобудешь.